Шаббат шалом, святыня. Здесь есть святые на этом месте? Кто верит, что он святой? А кто 100% верит, что он святой? Я когда услыхал вот откровение, я поверил на 100%, что я действительно святой. Я когда родился от своих родителей, моя фамилия стала Добрынин. Что бы я ни делал, куда бы я ни ходил, слушал я отца, не слушал, падал, вставал, возвращался домой, моя фамилия остается Долганин. А теперь я рожден от святого. И моя фамилия святой. Что бы я ни делал, отец, моя фамилия остается святой. Если я упал, отец поднял меня, очистил, осветил, все равно моя фамилия остается святой. Поэтому рожденные свыше, все святые. Аминь. И пусть дьявол не лжет нам, что мы, если мы упали, все, мы уже никому не нужны. Иисус любил, любит и до конца будет любить нас. Если мы будем нуждаться в Нем, всегда особенно в молитве. Аминь. Иисус сказал, все я с вами до скончания века. Во все дни до скончания века. Я когда ехал на траке, размышлял, и вот это вот слово мне, во все дни до скончания века, я с вами. И Господь проговорил ко мне, говорит, когда ты падаешь, я с тобой. Когда ты в унынии, я с тобой. В депрессии, я с тобой. Когда ты сильно упал, я все равно с тобой. Аминь. Он не оставляет меня. Он не покидает. Раньше я этому не верил. Думаю, кого-то может Бог любит, а меня нет. А теперь, когда я вот, я как нахожусь в этой пустыне в одиночке, все, знаете, так ездишь, и ты один на один с Богом общаешься, и видишь, что действительно Бог любит тебя, какой бы ты ни был. Если ты нуждаешься в Боге, если ты молишься, просишь Его, Он всегда с тобой. Аминь. Господь царствует. И царство Его не будет конца. И мы царствуем, потому что Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. Аминь. Он наделил нас силой. Он сказал, в имени Моем будете иметь силу, будете связывать, изгонять бесов и восстанавливать Царство Божие на этой земле. Господь сотворил эту землю для нас с вами. Прежде чем нас сотворил, Он сотворил эту землю. Когда всю эту красоту сделал, тогда насадил Адама в рай, потом дал ему спутницу и говорит, плодитесь, размножайтесь и владычествуйте. Аминь. Значит, мы должны владычествовать. Мы владыки на земле. Наш Отец, Он владыка на небесах и на земле. Но землю Он дал нам, чтобы мы владычествовали. Не дьявол, а чтобы мы владычествовали. Чтобы не Он издевался над нашими детьми, но чтобы мы брали имя Иисуса Христа и шли против Него. Иисус сказал, все, что свяжете на земле, будет связано на небе. Аминь. И мы обязаны это делать. У нас сила и власть есть. Если мы любим своего Бога, мы должны восстанавливать Его царство на этой земле. Потому что сейчас в это последнее время, видите, что творится? Дьявол все новое и новое оружие создает. То алкоголь был, наркотики, а сейчас интернет. И мы спим. Если честно, то вот я еду по радио, когда слушаю, бабушки, родители, жены за мужей плачут, в интернет влазят и не вылазят оттуда. Детей бьют, а сами лезут туда. А наша задача связать этот дух. Связать наркотики, связать это. Мы должны владычествовать в Доме Божьем. Мы должны быть царями и священниками в своем доме, в городе и в этой стране. Где Бог нас оселил, Он говорит, где ступит ваша нога, там земля святая. И мы должны быть, если мы святые, значит земля должна быть святая. То есть у нас сила и власти. Дьявол нас запугал. Иисус, написано, лишил его силы и всякой власти. И всей силы, у него силы нет. Его сила в оружии – это обман. Он, когда мы споткнемся, упадем, он нас начинает обманывать. И такие мысли навевают, что ты упал, тебя Бог не слышит, никто, никому ты не нужен. И люди опускают руки. Но когда мы вникаем в Слово Божие, вникаем в себя и в учение, занимаясь с ним постоянно, мы видим, что Бог любит нас, Он дает нам шанс упасть, дает шанс подняться. Праведники не падают? Падают. Иисус сказал, 7 раз упадет в день. И поднимется. Аминь. Наше дело, если упал, не надо там дрыгать ногами и ждать, когда кто-то поднимет. Вот заметили, вот когда у меня Андрей был маленький, я его за руку веду, он рвется, где больше грязи и болота, какая-то лужа. Вырвался, герой, побежал, упал и все, а потом тянет руки ко мне, подними меня. Так и мы, если мы упали, мы должны говорить, отец, помоги, ошибся, я непослушный был, очисти меня, освети меня, аминь. И он с любовью говорит, не бойся, я с тобою, я держу тебя
Богу. Ты сын мой, я родил тебя. Аллилуйя! Свят Бог наш! Воздай славу Господу! Он любит нас, это правда. Это правда. Я вам говорю честно, потому что я на себе испытал. Я раньше тоже не верил, что он меня любит. А теперь я знаю, что он любит. Всех любит. И мы блаженны с вами, что он избрал нас из этого мира. Я когда еду, смотрю, бомжи эти ходят, мучаются. Вот мы с Людой едем под этими мостами, кучами они сидят там. И жалко, всем не поможешь. А мы с вами блаженны. Мы сегодня находимся в Доме Божьем. Давид жаждал этого, чтобы прийти в Дом Божий. И когда мы здесь, мы должны прийти для того, чтобы не только друг с другом пообщаться, но чтобы прославить нашего Бога, нашего Отца. Чтобы мы могли полюбить Его всем сердцем, всей душой прославить. Не только, чтобы Он нас радовал, но мы должны хоть немножко Его порадовать. Чтобы ему приятно было, чтобы он мог взять дьявола за шкуру и сказать, вот смотри, ты клевещешь на них, а они любят меня. Они поклоняются мне, несмотря ни на что. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Давайте встанем и возьмем эту силу и власть и помолимся за наших детей, за наших внуков. За это, потому что в это последнее время мы должны разрушать эту силу дьявола. Разрушать его законы на этой земле и восстанавливать законы Божьи. Аминь.